А тебя, нищеброд и человек социально низкого уровня, я призываю быть добрее и снимать свои ролики с открытой душой. Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала «Птицы домашние». Недавно я получил уведомление, что один из блогеров хочет, чтобы я обратил внимание на его новый ролик или там на то, что там какая-то аннотация у него вышла. В общем, обязательно должен был обратить внимание канал «Птицы домашние» и его подписчики. Ну, я уже не буду ходить вокруг да около. Это автор этого канала, это «Вдали от городов». Это, кстати, та самая тетя Суперкорм, не так давно по которой мы делали ролик-рецензию трактором по одному из блогеров. Так вот, выпуская очередной свой шедевр, она сделала там упоминание канала «Птицы домашние». Канал «Птицы домашние» и вас, моих подписчиков. То есть мы должны были обязательно обратить на это внимание. Так вот, я любопытный. И мне было не лень, поэтому я зашел и посмотрел. Но, в общем, я не стал просматривать, что это за очередной шедевр от нее, так как примерно мнение уже у меня о том, насколько они содержательны, уже четко сформированы. Поэтому, я думаю, не на это был расчет. То есть, автор канала хотел обратить внимание на то, как за короткое время, за там 3 или сколько там месяцев, у нее количество подписчиков изменилось троекратно. Если тогда, когда мы выпускали ролик-рецензию, у нее подписчиков было там что-то там около 30, это было месяца 3, может быть 4 или может быть 2 месяца назад, то вот на данный момент у нее количество подписчиков выросло до 90 с лишним тысяч, по-моему. И вот на это и был расчет, я так думаю, скорее всего. Так как мы в тех комментариях, в переписке, которая у нас с ней была на полях того ролика, она как раз писала, что там у меня к ней присутствует зависть и еще, видимо, какие-то личные моменты, о которых я, судя по всему, не знаю. Вот. В общем, ну, раз уж мое внимание привлекли, я не мог не откомментировать. И вот та переписка, которая между нами состоялась, вот на это я хочу обратить ваше внимание. Это тот, собственно, повод, по которому мы с вами сегодня здесь собрались. Эта переписка не то, что, мягко говоря, меня поставило в недоумение. Некоторые моменты, они просто ужасны. Ужасны, и поэтому я хочу вам их озвучить и показать. Вот начну с последнего. Я такой поступательный немножко начну, да. Кстати, на днях очень весомый канал выпустит ролик о том, как вы травите людей своими курами. Вот и посмотрим, что лучше, безграмотная тетка и ее натуральный продукт или безумно эрудированный, который выращивает кур на метионине. Думаю, будет весело, так как еще канал Дзен продолжит тему. Представляете, она хотела меня и вас, моих подписчиков, напугать незаменимой аминокислотой, метионин. Вот в очередной раз она подтвердила свой статус соломенной головы. То есть, вот, видимо, внутреннее наполнение – это вот сплошная солома. То есть, надо было хотя бы погуглить то слово, которое вызывает у вас страх, то, что вы ассоциируете с каким-то страшным бармалением. Это вот вы в очередной раз цитируете слова, смысл которых вы не знаете. Так вот, метионин – это незаменимая аминокислота. И далеко ходить не надо. Он присутствует не только в комбикормах, ужас в которых вы находите, но и, возможно, в вашем холодильнике или в курятнике. Можете пройти и посмотреть. Часть продуктов, которые в нашем с вами рационе повседневном есть, содержат метионин. Это незаменимая аминокислота. Так вот, вы, пожалуйста, вот. Тетя Соломенная Голова, вы, пожалуйста, пишите слова, смысл которых вы знаете. Следующий комментарий. Так, я свои комментарии вам озвучивать не буду. Вы сами, если захотите, их почитаете. Я просто, чтобы время лишнее не тратить, озвучивать буду только ее комментарии. Но мои я тоже вставлю, для того, чтобы вы понимали, что до того уровня я как раз-таки и не опускался. До уровня общения этой тети, которую она примерно и продвигала в этой переписке. Я вообще обожаю людей из вашего социального уровня. Каким образом она установила мой социальный уровень? Хотя мужчина, который зарабатывает на курах, это уже говорит обо многом. Не понимаю, кто и где сказал, что я зарабатываю на курах. Я не то, что не говорю об этом. Я в роликах периодически говорю, в комментариях пишу, что куры для меня это хобби. Это мое увлечение, которое я могу позволить себе не то, что на которых зарабатывать, а могу себе позволить вести в убыток даже, потому что это увлечение для меня. Поэтому делать такие выводы, ну, я не знаю, с чего вдруг она это взяла. И мужчина ли? Это вы мне ролики посвящаете, а не я вам. Мне юноша 50 лет, сыновья и внуки. Кстати, поздравляю с недавно прошедшим юбилеем. Я никогда не опущусь до вас. Это ниже моего достоинства. Это... Я один ролик ваш посмотрела и все. Ремонт лучше дома сделай. Тут она свой перешла на ты. Да и машинку купи новую, нищеброд.
Как вам это нравится? А то ходишь по каналам или все-таки научить зарабатывать? Пиши, если что. Вот каким образом, в каком алгоритме тетя устанавливает социальный уровень человека и выносит ему такой приговор? Нищеброд. Не знаю, по каким критериям вы оцениваете человека? Видимо, у вас критерий один. Это ваш умственный критерий. Так, следующий комментарий. Птица домашняя. Мне понравилось, что вы сделали логистику моему каналу. Выделили ролики с просмотрами. Но дело в душе, дело в человечности. Попробуйте, возможно, добро обернется финансовым благополучием. Нет, мне это нравится. Это, знаете, это верх лицемерия, когда человек говорит, что ты на социальном уровне, на уровне социальном гораздо ниже меня, ты нищеброд, но при этом веди себя добрее и с открытой душой будь. Поэтому все будет у тебя хорошо, да? Это, знаете, это не то, что верх лицемерия, да? Это такой вот неприкрытый цинизм. А тебя, нищеброд, призываю быть добрее. То есть, будь добрее, нищеброд. Это не просто цинично, это даже смешно. Молодец, у тебя чувство юмора есть. И зависть уберите, это мужчине не к лицу. Я не понимаю, чему тут можно завидовать. Это вот в ее комментариях проскакивает периодически слово «зависть». Это я вас говорю в силу своего возраста. У вас, наверное, мама моя ровесница. Вы знаете, моей маме, если бы вам было 79 лет, то вы были бы ровесницей моей мамы. Мне 43 года, поэтому вы не то, что в маму мне не годитесь, мы с вами практически ровесники. Я даже не могу себе представить, что я могла бы обидеть человека так, как вы обижаете людей. Я не о себе, а о ком? О ком вы? Не надо вот такими общими фразами. Говорите конкретно, кого вы имеете в виду, кого я обидел. Я периодически говорил, что я не могу пройти мимо, когда какая-то бездарность вещает публично какие-то вещи, ну, до очевидности глупые, да? Поэтому я не могу не сделать замечание. Это как на улице, когда человек мимо урны бросает бычок. Вот честно говорю, что я не могу ему не сделать замечание. Вот это примерно то же самое. Вы бычки и всякую грязь бросаете на улице. Поэтому это достойно того, чтобы делать замечание. Вы понимаете, о чем я. Это не просто подло. Отсюда все ваши неудачи, а в целом снимайте побольше обо мне. Какие неудачи? Какое вот финансовое, какое финансовое благополучие? Вот, видимо, она не просто блогер, но еще и гадалка 7-го уровня, потомственная ведунья или ведьма там, ведьма, чернокнижница. Потому что знать обо мне вещи, которых я сам о себе не знаю, ну это надо как-то очень сильно постараться. Это, наверное, надо обладать сверхъестественными способностями. Не иначе какая-то чертовщина. Вам надо канал разнообразить вот такими видео. Отсюда все ваши неудачи. Ну какие? Какие? Вы бы писали сразу, вот ваша неудача была такая-то. Помните? Вы бы сразу гадания тут еще разводили. Так, кстати, вашему каналу не мешает, вот читаете комментарии, вашему каналу не мешает дать название не вдали от городов, а вдали от здравого смысла, понимаете? Потому что, вот читая все эти комментарии, неудачи, финансовое благополучие, да, это действительно наполнено каким-то бредом, да, здравым смыслом здесь не пахнет. Переименуйте канал «Вдали от здравого смысла». Так, я не гарантирую, что буду смотреть, но одно только ощущение востребованности, это как самоудовлетворение. Ради бога, лишь бы вам понравилось. Мне тоже очень приятно, что вы вспоминаете обо мне. Следующий комментарий. Птица домашняя, молча. Я вообще обожаю людей из вашего социального уровня. Хотя мужчина, который зарабатывает на курах, это уже говорит обо многом. Это не тот же комментарий, это новый комментарий. Хотя местами он повторяется. И мужчина ли? Это вы мне ролики посвящаете, а не я вам. Мне юноша 50 лет. Еще раз поздравляю с прошедшим юбилеем. Сыновья и внуки, я никогда не опущусь до вас, ни до морального, ни до материального уровня. Это ниже моего достоинства. Я один ролик ваш посмотрел, и все, мне хватило. Во-первых, я, обращаю ваше внимание, националист. Во-вторых, я не люблю тех, кто говорит много ни о чем. Ремонт лучше дома сделайте, да машинку купите новую, а то ходите по каналам и темы ищите, или все-таки научить зарабатывать, пишите что. Где, в каком месте она увидела моменты, в которых мой дом требует какого-то капитального или какого-то частичного ремонта. Как она определила, что моя машина нуждается в обновлении. Хотя у меня нормальная машина, хорошая машина. Я нигде никогда ее не показывал и нигде о ней не говорил. Но, видимо, гадалка 77 уровня как-то это может понимать. Теперь, вот со второго начну. Во-вторых, не люблю тех, кто говорит много и ни о чем. Я уже говорил неоднократно, и мне не стыдно это сказать. Я умышленно выбрал такую узконаправленный жанр. Животноводчество и птицеводство. Да, это узкий формат, и в нем довольно-таки трудно оставаться. Хочется иногда каким-нибудь дерьмом его разбавить.
Но я стараюсь, и я буду, как мне кажется, я надеюсь, что я буду оставаться в этом узком формате. А вот когда я темы на своем канале начну разбавлять готовкой, кулинарией или там блогами о рыбалке или там дегустацией алкогольных напитков, благо мне там друзья периодически привозят какие-то традиционные алкогольные напитки за границей, их большая винотека собралась, да, вот когда я начну роликами на подобные темы разбавлять на своем канале, вот тогда вы контент, тогда вы сможете кидать в меня яйца тухлые, говорить, что на этом канале ролики бла-бла и ни о чем. Но пока я оставаюсь в своем узком формате. Теперь первое, на что я хочу обратить внимание, я думаю, и это должно быть интересно не столько моим подписчикам, сколько подписчикам как раз-таки этого канала «Вдали от здравого смысла». Я националист. Я считаю, что это не просто неприемлемо, это в таком государстве, как Россия, в полиэтническом, многонациональном государстве, это не просто неприемлемо, это мерзко, это дурной тон, это вообще, я не понимаю, я вырос в СССР, как можно так говорить, что я националист? Если вы говорите «я националист», и вот понимая вот все, что вы написали до этого, да, вот в том контексте, когда вы свой социальный статус ставите выше других, вы, значит, говоря «я националист», это примерно так же, вы свою нацию ставите выше других. Я татарин, я горжусь этим, но я никогда не скажу, что моя нация лучше других, или я лучше других. Я скорее скажу, что татары ушлые. Я могу сказать про других, что евреи хитрые, что там украинцы, в простонародье, как хохлы мы их называем, они прижимистые, или кавказцы, они вспыльчивые. Но я никогда не скажу, что татары лучше всех. И поэтому я никогда не скажу, что я националист. Потому что на меня просто посмотрят, как на идиота, как на дурака, как на слабоумного. А человек какой-нибудь погорячее даст мне просто в бубен. Как можно так говорить? Рядом со мной люди других национальностей, достоинства, и которых я никак не могу принизить из-за того, что они люди другой нации. Поэтому я не буду говорить, что я националист. Если вы хотели, может быть, говоря «я националист», вы хотели сказать, что вы любите свою родину, тогда надо сказать, что я патриот. Но если вы путаете два таких простых понятия, два таких простых термина, то это все в копилку того, что вы говорите слова, смысл которых вы не понимаете. А вы блогер, вы вещаете на такую большую аудиторию, о которой вы сейчас говорите, 90 с лишним тысяч. Вы должны контролировать то, что вы говорите, то, что вы пишете, да, отдавать себе отчет. Тогда вы либо не должны сделать такие заявления, либо вообще закрывайте свой канал нахрен и там занимайтесь поливом своей клубники, или там огурцов, или томатов, на чем вы там заработали своих подписчиков. Еще одна, кстати, тема, да? Я посмотрел, на чем же выросли подписчики у этого блогера. Они выросли на тематике, связанной с садоводством. А вы ролика мускусов, который вышел, вот за одно и то же время. У меня вышло то же самое время и у этого блогера. Так вот, за одно и то же самое, вот у меня, допустим, за 10 или за 11 часов ролик посмотрели 1500 подписчиков при общем количестве 36. И у этого же блогера за то же самое время посмотрели ролик 900 подписчиков при общем количестве за 90 тысяч. Так вот, о чем это говорит? Что ваши подписчики набраны были на других тематиках, для которых птицеводство неинтересно. То есть вы им неинтересны как птицевод. Либо все ваши подписчики — это мертвые души. Это подписчики, которые накручены были ботами. Это купленные подписчики. Почему вы их купили, кстати? Так вот, вещайте на те темы, в которых вы что-то понимаете. Но я сомневаюсь, что есть темы, в которых вы что-либо понимаете. Потом... Магия. Ваша тема — магия. Вы ставите диагнозы и социальный уровень определяете дистанционно. Это хорошо, видимо, у вас получается, но не в случае со мной. Но, по крайней мере, вы можете попробовать. Тренируйтесь, купите для начала серебряный шар. Хрустальный шар. Так вот, я еще раз хочу сказать, возвращаясь к лицемерию. Когда вы в аргументе, в диалоге с человеком, оппонируя ему, да, в качестве аргумента используете: а у тебя социальный уровень ниже моего, поэтому я не удостою тебя ответа. Или ты меньше меня зарабатываешь, значит, ты ниже меня по социальному статусу, поэтому мне не о чем с тобой говорить. Или твой дом из штакетника, у меня из кирпича, поэтому ты ниже меня по уровню. Это не то, что недостойно блогера, это просто нормального человека недостойно. А тем более такие вещи писать, ну, публично, да? Блогер этот удалил все эти комментарии, потому что, видимо, в какой-то момент, вот в момент
эмоционально, в момент эмоционального запала она все это написала, но, возможно, потом одумалась, все это удалила, поняла, что написала там лишнего, да. Но человек как раз-таки под воздействием эмоций, он раскрывается, он как раз становится тем, какой он на самом деле. С него слетает маска, и он начинает оперировать теми категориями, которыми он мыслит. Так вот, блогер вдали от городов, ну, хочется сказать, вдали от здравого смысла. Вот он как раз-таки тот, какой он был в этих комментариях. Вот я хочу обратить внимание в первую очередь подписчиков своих и подписчиков этого канала. Иногда я вот когда заходил, отсматривал, как, в тот раз еще ее какой-то ролик, я видел там блогер, у этого блогера своих подписчиков. Так вот, что я хочу сказать. Вот у меня подписчица есть, я боюсь, если я еще раз ошибся, я у тебя очень сильно прошу прощения. Ольга Альпийская, она же сочинские мускусы. Так вот, она сказала, написала вернее, что народ достоин своего правителя. Или вот похожее там, каков поп, таков и приход. Но касаясь нашей тематики, можно сказать, что каждый подписчик достоин своего блогера. Я считаю, что, я искренне на это надеюсь, мне хочется так думать, что мои подписчики это мои единомышленники. Это люди, которые способны мыслить, как я. Не то, что как я, но это просто люди, которые способны мыслить и анализировать. Они способны подвергать сомнению какие-то вещи, да, анализировать. Мне хочется считать, одна семья, это громко сказано, но что вот мы чем-то объединены какой-то одной мыслью, команда. Да? Команда, да. Среди моих подписчиков люди есть разных взглядов. Есть даже такие, кто по самым основополагающим, темам для птицевода, это кормление, да, вот будь он не ладен, этот комбикорм, находимся в таких вот противоречиях жестких, это Алексей Мазаев. Но тем не менее он является моим подписчиком, одним из самых вот первых подписчиков, да. И несмотря на то, что у нас с ним кардинально разные взгляды вот на этот вопрос, он все равно остается моим подписчиком, он комментирует, пишет. Нет-нет, да он пытается меня опять на эту стезю навести. Но, видимо, что-то его цепляет в моем канале. Наверное, я думаю, что это какая-то стезя поиска, поиска истины. Я на это надеюсь. Так вот, если среди моих подписчиков есть и те зрители, которые подписаны или смотрят канал вдали от здравого смысла, мне стыдно за вас. Мне, честное слово, стыдно. Что вы нашли у этой соломенной головы? Хочется сказать... Одумайся, дурачок, вернись, я все прощу. Но я так немножко отвлекся. Это серьезные на самом деле вещи, поэтому я сделал этот ролик для того, чтобы обратить ваше внимание вот на то, каков блогер на самом деле, когда скидывает с себя маску. Среди блогеров очень много, как оказывается, сейчас модная такая тематика с разоблачениями пошла, много блогеров, которые выступают сразу в нескольких ипостасях. И среди блогеров есть очень много людей, которые имеют очень много масок, как оказывается. Хочется еще раз вернуться к теме про национализм. Я думаю, что среди ваших соседей, вы живете в Волгоградской области, рядом Северный Кавказ, есть люди очень многих национальностей. Это там лезгины, аварцы, кумыки, кабардинцы, азербайджанцы, армяне, татары, там украинцы. Я думаю, что вашим соседям будет интересно узнать, что вы националист. И еще раз напоследок, хотелось бы вам дать совет. Перед тем, как что-нибудь брякнуть, ляпнуть, думайте, начните пользоваться головой. Потому что голова не только для того, чтобы в нее есть. Не забывайте комментировать, подписывайтесь на канал «Птицы домашние», жмите на такую опцию, как колокольчик. Всех обнимаю. Если вы что-то хотите высказать по этому поводу, обязательно высказывайте. Только оставайтесь в рамках цензуры, не пишите, не ругайтесь матом. Всегда с вами Ренат, канал «Птицы домашние».